А вот дома, которые разрушаются временем, несут в себе удивительные тайны. Так, на одном из зданий в Кривоколенном переулке, где отломился верхний слой облицовки, обнаружили уникальную роспись советских времен. Таких в Москве сохранилось всего несколько штук. Особая уникальность в этой, в том, что никто пока не может ее прочитать. Что же за послание дошло до нас из недалекого прошлого? Елена Ширяева тоже включилась в этот квест. Кривоколенный переулок – всего шаг от Мясницкой, которая с минуты на минуту превратится в очередную пешеходную жемчужину Москвы. Здесь раскопки не такие бурные. Но даже они дают неожиданные результаты. 200 лет назад Пушкин здесь читал Бориса Годунова. В 2015-м появились новые слова, но всего несколько. Неизвестной надписью удивил 14-й дом. Екатерина Дмитриева, которая стучит тут молотком вторую неделю, говорит, это как увлекательная игра – собирать надпись, как мозаику. И в верхнем открылись 5, уже даже больше букв. То есть это, скорее всего, начало слова «заводской», вот, а нижнее слово, там 3 буквы – «инж», скорее всего, это какой-то инженер. И дальше вот следует фамилия более крупным текстом. Так что ждем. Душит любопытство и историков. Специалисты архитектурного музея Щусева 2 недели не вылезают из архива. Говорят, такая настенная надпись для Москвы – редкость. Есть единственная фотография этого дома, 21-го, 22-го, что ли, года, такая ранняя, на которой там уже висит жестяная вывеска с надписью «Управление сжатый газ». То есть эти буквы, они или, может быть, какого-то вот революционного времени, или около там плюс-минус, или, может быть, это уже НЭП середины 20-х, тоже, в общем-то, романтика нечеловеческая. Пока понятно немного, то, что это, скорее всего, 20-й год, и что стиль у надписи модерн. По стилю написания она схожа с надписью, которую обнаружили на доме на Малой Броне. Здесь после ремонта здания появилось слово «аптека». Тот же шрифт, размер букв и вид красок. Предположительно, обе эти вывески сделаны в одно и то же время, в 20-х годах, и, возможно, одной и той же группы художников. У местных жителей уже ритуал. Проходя мимо, обязательно поднять глаза наверх, ведь каждый день новая буква. Меня не заинтересовало слово «контора». Контора. Мне кто-то говорил когда-то о том, что здесь, когда были вывески, что здесь была контора нотариуса. Я бы хотела очень это узнать. Кстати, на деньги неравнодушных все и происходит. Собирают на реставрацию всем миром, а на разгадку – месяц. Именно в такой срок должны завершить работы. А значит, откроются все буквы и соберется полный пазл. Елена Ширяева, Артур Гавриш, Новости 360.